Привет, привет, мои дорогие ребят. Я прям вообще. Я купила кильки, я вам уже показывала. Она была в винной заливке. Вот я ее не почистила даже, смотрите. Когда чистила, я попробовала. Это офигительное. Я первый раз такой в жизни. Это что-то с чем-то. И я еще чуть не, думаю, сейчас прямо это с продавцом-то. Она, я говорю, мне 300 грамм. Я же еще ни разу не брала, надо попробовать. 166, 100 рублей. Мне, кстати, девочки писали, что они ее уже, брали, но на вкус-то не сказали. И она мне наложила 500. Я говорю, нет, не надо. Потом 400. Я говорю, ладно, оставьте. Вы не представляете. Это такая вкуснятина. Даже селедка отдыхает. Я прям чуть-чуть солоноватая и сладкая. О. Ну надо же, так вкусно. Ну я, естественно, чиполинка. Ой, а хлеб из холодильника в холодильник. У меня прям буханочка. Отлоблю кусочек. Чиполинка тут разнопёрый. Это обалденно. Я, правда, никогда такой кильки не пробовала. Какие нахрен омары, когда здесь есть такое вкуснятина. Я не рекламирую, я ничего там, просто говорю, что я говорю, я беру то, что я люблю. Я люблю вообще креветки, но вот я их не хочу. Там 100, килограмм 399 можно купить прям чищенных за 700 рублей. Я их не хочу. А кильку я со вчерашнего дня мучаюсь. У меня есть селедку, но я, видать, ее уже наелась. Я вчера вытащила, потом обратно засунула. И вчера не сходила. Обалденно. Это, знаете, похоже селедка в винной заливке. Но мне кажется, это еще вкуснее. Мои дорогие, не идеально. Я опять в ваших рядах платится. Да ну нафиг. Я и так красивый, просто идеальный, мне завидуют. Моей красоте. Ой. Они не могут себе это позволить. Килька. А я могу. Капуста-то стоит дешевле. Я вчера говорю, что вот мешать с котлетами. Я опять нажарила котлет. Даже не надо. Килька отдельно, котлет отдельно. Ой. Да что же, как вкусно-то. Я чистила, правда. Чистила, чистила. Потому что Миша сказал, что тоже кильку будет. И я поэтому почистила. А так бы я могла. Как не то, так пожрем. Ну что же за такая... Снег у нас уже практически покрыл всю землю.
Это кекос. Товарищи. Вот я там видео выставляю. Новогодние столы по 300 рублей, 200 рублей, 500 рублей. Но это было год назад, да, там даже побольше. И вот я не знаю, мне хочется там, допустим, экономный стол. Но это надо... Как выйдет экономно? Нет, Ян тоже не все ест. Все равно надо потом все доедать. А сейчас такая жизнь, что вот, ну, как бы... Иногда сваришь какой-нибудь рецепт из интернета. Ну, скажешь, что вкусный, да, как в интернете. Я уже про это на эту тему говорила. А на самом деле, некоторые же даже, ну, просто, как бы, рецепты сготовят и не пробуют. А мы надо жрать. И вот чем плохи кулинарные рецепты, это очень много, ну, надо еды и продуктов. И вот я думаю, попробовать, не попробовать. И что плохо, у нас вот в районе все продается. Ну, мне, допустим, надо 5 яиц. Придется покупать десяток. Ну ладно, яйца никуда не денутся. Там. А вот там и сахар, крупы, соль. Продают все. Килограмм, ну, килограмм 900 грамм. Вот что там приходится высчитывать. Не знаю, в общем, я думаю, но не, ну, пока не на этой неделе. Ну, у нас еще декабрь впереди. Или, может быть, как-нибудь Аню пригласить вместе, с ее, ну, там, вместе записывать что-нибудь, что можно приготовить. И всем отметить. С двух телефонов. Кто живет в Нижнем Новгороде? Трамвай. Тройка, 21-я, остановка Бульвар Заречный. Прямо на остановке стоит киоск. Я не для рекламы. На самом деле, вот и килька вкусная, и селедку можно не кондицию купить за 95 рублей, но она тоже обалденно вкусная. Она прям жирная. 150, ну, 150 хорошая, типа, селедка. Но я все покупаю по 95. Хотя я блогер, но миллион не заработала. Ну, не зарабатываю. Прожрать можно все. Но на самом деле это, ну, очень вкусно. Прям обалденно. Хватит жрать, Наташа. В следующий раз куплю полкило. Все последнее. Ой. Кстати, да. Мне еще нужен новый микрофон. Этот уже стал сдавать. Все, всех обняла. Прям...